Тела двух мужчин были обнаружены в доме 33 по улице Кирова. За неделю до этого они перестали выходить на связь, и собственник жилья, сдавший ему квартиру, решил проверить, все ли в порядке. Но, открыв входную дверь, он обнаружил следы пожара и погибших жильцов. Почему никто из соседей не сообщил о возгорании и по какой причине оно произошло, в материале наших корреспондентов. Мужчины отмечали в календаре каждый прожитый на севере день, но никто не мог подумать, что последней зачеркнутой датой для них станет 12 января. По версии следствия, именно тогда в квартире произошел пожар. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, именно тепловой пушки, которая была расположена на расстоянии менее 0,5 метров до сгораемых предметов, а именно стула с одеждой. Судя по всему, возгорание началось, когда мужчины уже спали. До последнего они боролись за свою жизнь. Одному даже удалось доползти до входной двери. Только открыть ее не получилось. Второй же, видимо, в панике перепутал выход со шкафом и попытался выбраться. Окна двери настолько все плотно и хорошо сделано, что, в принципе, доступа кислорода фактически в квартиру не было. Поэтому огонь, вот повезло соседям, огонь сам себя локализовал. То есть набралось углекислого газа достаточное количество, и огонь сам по себе задохнулся. Следов насильственной смерти не нашли. Личности погибших выяснит следствие.